Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас BMW Gran Turismo. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор. Тут пол багажника и голый металл. Так же, как и задние арки. Это одни из самых шумных мест автомобиля. Задние двери. Задние двери виброй обработаны добротно. Передние двери. Самое. В салоне кое-где несколько кусков фибры, по мнению владельца, шумный автомобиль, и на крыше несколько полосок вибропласта. Готовим поверхности, приступаем исправлять. Так, друзья, показываю, что мы сделали на автомобиле BMW Gran Turismo. Проклеены первым слоем двери вибропластом, толщина его 3 миллиметра. Максимально обрабатываем поверхность, все тщательно прокатываем валиком. Всего слоев будет 4 зверя. Также проклеили второй слой шумопоглотителя, называется Integra, толщина 6 мм. И заканчиваем работой по проклейке крыши. Ведь первый слой вибропласт, второй слой шумопоглотитель. Смотрим дальше. Так, друзья, показываем, что мы проклеили нам BMW Gran Turismo. Проклеен у нас вибропластом металл капота, а шумопоглотителем проклеили мы утеплитель капота. Смотрим, что сделали в салоне. В салоне мы проклеили пол вибропластом, максимально обрабатываем поверхность, все тщательно прокатали валиком. Двери доделали еще два слоя, показан третий слой 2 мм вибропласт и четвертый слой. Заключительный шумопоглотитель, толщина его 15 мм. Закончили работу по проклейке багажника. И пол багажника проклеен, задние арки и крылья. Смотрим дальше. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле BMW Gran Turismo. Проклеен у нас шумопоглотителем пол. В багажнике, вернее, говорю, в салоне. Пол в багажнике, задние арки и проклеены крылья. Остается нам собрать салон и отдать автомобиль владельцу. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!